Компания Hyundai Motor SNG выпустила серию образовательных видео, которые посвящены правилам безопасного поведения на дорогах и в автомобиле. Герои роликов — семья Кузнецовых, сталкиваются со сложными ситуациями, но легко выходят из них. Ситуации, разобранные как примеры, были отобраны по итогам масштабного опроса на знание правил дорожной безопасности среди родителей дошкольников, который компания Hyundai проводила в прошлом году. Так, в опросе приняли участие более 9 тысяч человек, не проходивших какого-либо специального обучения основам детской дорожной безопасности. Соответственно, ситуации и вопросы, что вызвали наибольшее затруднение у реальных родителей, легли в основу сюжетов о семье Кузнецовых, ставшей собирательным образом российской семьи с маленькими детьми. В результате получилось визуальное руководство, из которого зрители узнают, где лучше устанавливать автокресло для ребенка, как перейти проезжую часть дороги с двумя детьми и велосипедом, как поступить, если родитель и малыш оказались по разные стороны перехода, а красный свет уже загорелся. С помощью этих знаний взрослым станет проще научить детей безопасному поведению на дороге и минимизировать риск возникновения опасных ситуаций на дороге и в автомобиле. Добавим, что серия образовательных видео для детей и родителей — это очередной шаг в развитии проекта «Безопасная дорога». Кроме того, в ноябре 2021 года компания запустила уникальную игру-симулятор «Безопасная дорога с Hyundai». Этот симулятор состоит из двух частей. Первая называется «Я родитель» и, как следует из названия, предназначена для взрослых. Она разработана вместе с детскими психологами и призвана помочь родителям и педагогам увидеть пространство возле проезжей части глазами ребенка. Вторая часть игры — это «Я ребенок», разработанная для детей в возрасте от 5 до 8 лет. Вместе с главным героем, машинкой-трансформером робокаром Полли из популярного корейского мультфильма, ребенок научится важным правилам дорожного движения, а затем натренирует полученные навыки. Привет, дорогой друг! Меня зовут робокар Полли. Я буду твоим помощником в этой игре. Вместе мы будем учиться, как правильно переходить дорогу по пешеходному переходу. Узнаем, что делать, если сломался светофор, где на улице можно безопасно играть и другие важные правила дорожного движения. Игра доступна на сайте для прохождения онлайн или для скачивания на компьютер. Также симулятор можно найти в магазинах приложений App Store и Google Play.